В День семьи, любви и верности жители Красноглинского района решили объединиться и высадить деревья на территории храма в честь Смоленской иконы Божьей Матери. Помогали самарцам глава района Вячеслав Коновалов и сотрудники местной администрации. Сегодня мы встречаем замечательный праздник святых благоверного князя Петра и супруги его Февронии. Миру! Это у нас сегодня праздник, день семьи, любви, верности. В этот замечательный день мы вместе с администрацией Красноглинского района проводим мероприятия по озеленению нашего замечательного поселка. Высадить ивы, клены и липы смогли все желающие. Среди них совсем юные самарцы. Проводить время в кругу семьи за добрым делом особенно приятно, отмечает Маша Осипченко. Вот и в этот день семья Маши собралась вместе, чтобы дать новым деревьям новую и долгую жизнь. Я люблю больше всего сестру, потому что она старше меня, и она всегда может меня поддержать. Поддержка – самое главное, что человеку может дать семья, уверенно собравшаяся. Именно поэтому ребята активно помогали взрослым, даже самой незначительной мелочью – придержать ветки, подать лопату или перчатки. Уважаемые друзья, я от всей души хочу поздравить семьи Красноглинского района, семьи городского округа Самары, Самарской области с этим, ну, на самом деле, прекрасным праздником. Ведь из покон веков, со времен Древней Руси, семья – это основа нашего великого, могучего государства. Пускай в каждой семье будет всегда радость, всегда свет и чистое мирное небо. С праздником! Александра Гусева, Николай Сидоров. События.